товарищ начальник, войдите в наше положение. Я вас умоляю. Пожалуйста. Девушки, я сказал нет, даже не умоляйте. Пожалуйста. Ну да, мы чуть-чуть выпили, у нас же был девичник. Но мы вам будем очень благодарны. Девушки, 100 раз повторял. Нет. Пожалуйста. Ну, может быть, мы сможем как-нибудь договориться? Сколько? 20 тысяч. Ладно, включайте.